Тем временем в ближайшие дни погода в Оренбурге испортится. В МЧС предупреждают об усилении ветра до 19 метров в секунду и похолодании. Уже этой ночью температура упадет до 9, а на востоке области до 4 градусов. Днем столбики термометра покажут 18-23. Синоптики объясняют, всему виной холодный атмосферный фронт, который целенаправленно идет на область. С севера будет опускаться холодная воздушная масса. Поэтому ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны ливни, грозы. При грозах есть вероятность усиления шквалистого ветра, возможен град. К середине недели нашу территорию займет южный циклон, но погоду это совершенно не улучшит. Будет все так же прохладно и дождливо. По мнению синоптиков, только ближе к выходным немного распогодится, и столбики термометров покажут плюс 25.